Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Приехал в жилой комплекс «Расцветай Янина» от нового застройщика на нашем рынке для того, чтобы вам показать объект и что на нем сейчас происходит. Про этот объект я рассказал подробно. Ссылку на видео оставлю в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. А сейчас идемте смотреть внимательно на объект. Но первое, конечно, хочу сказать, что объект возводят в полях. Вы только обратите внимание, какая классная земля. Сколько здесь могло бы вырасти картошки, морковки, свеклы и капусты. Вот этого не было. То есть вот эти все горы земли уже засыпал здесь застройщик. У нас Ясно Янина, Янила Драйв, все остальные комплексы от нашего питерского застройщика, который их возводит. Школа, чуть дальше вот он детский сад. И будет достаточно, кстати, красивый. Вот он впереди серенький, пока не казистый, но когда сдадут, будет красота. Вот он у нас сам жилой комплекс. Вот она территория. Обратите внимание, застройщик поставил столбы, подвел электричество для того, чтобы возводить свой жилой комплекс и сделал вот такую дорогу для больших грузов и сплит. Но с того времени прошло, наверное, 3-4, может быть, полгода. И вот как-то я подхожу к стройплощадке, а здесь, знаете, как-то медленно, мне так кажется, а может быть и нет. Вот мы сейчас видим уровень первого этажа. А дома должны выглядеть вот так. Обратите внимание, запомните, друзья, эту картинку. Асфальт, две полосы, широченные тротуары. Это плитка, а не асфальт. Там тоже плитка. Все зеленое, красивое. Ну, просто сказка какая-то, да? Вот здесь мы сразу можем видеть, как застройщик на земельном небольшом участке расположил дома. И обратите внимание, вот он один буквой Г, вот он второй. И вот так, видите, поставил для того, чтобы как можно больше заработать денег с этого участка. А то, что у вас не будет дворовой территории, ну, на это ему, честно говоря, наплевать. Забор. Здесь, понятно, наверное, только осталась охрана. Потому что сегодня у нас 31 декабря 2022 года, уходящий год. Дизель-генератор работает, стройматериал для больших грузов, такая штука, куда подниматься. Ну вот видим, да, вот они сделали фундамент, сделали, соответственно, цоколь, и вот уже возводят первый этаж. Ну, не знаю, как-то так. Медленно, мне так кажется. Если посмотреть вот здесь, здесь есть, да, застройщик, который возводит дома из панелей. Но лично я сторонник того, чтобы именно так и строить. Почему? Потому что панели, они с завода, заводское качество. Там все сделано для того, чтобы вы могли комфортно трудиться и делать качественные плиты. Забор, кстати, отмечу, у застройщика ровный. В отличие от большинства застройщиков, цвет у него приятный. Он такой темный, а не светло-серый профнастил. Ну, так все ровненько сделано. Вот он первый участок, вот он у нас там второй участок. На втором участке я даже крана не вижу. Вижу только, что застройщик подвел электричество. И как-то, знаете, он не спешит. Также вам скажу, что здесь с продажами у них все достаточно печально. И об этом я вам сейчас расскажу подробно. Когда отдел продаж застройщика не справляется с выполнением плана никак, а и в нынешней ситуации вы сами знаете, что квартиры в новостройках продаются не так-то хорошо, как хотели бы застройщики, то что делает застройщик? Да-да, друзья, они начинают работать с агентствами недвижимости и давать очень высокий процент от сделок. То есть не то, что, знаете, высокий, а такой процент, что если клиент приходит, к примеру, в Янила, то ты его будешь тащить сюда, потому что здесь он не то, что в 2, а в 3, в 4 раза выше комиссии. Тебе это очень-очень выгодно. И большинству, к сожалению, просто плевать на то, что будет с их клиентами, которые они притащили вот в этот жилой комплекс. Я не против личного застройщика. Я не люблю жуликов и обманщиков. Застройщик изначально, когда пришел на рынок, стал обманывать нас с вами. Зачем он это сделал? Для чего? Для того, чтобы продавать как можно больше свои квартиры вот в этом бетоне. Об этом я подробно рассказал
и привел все доводы в своем видео. Вот там ссылочка, пройдите и посмотрите. Второй участок, сейчас мы уже подходим к нему и будем смотреть. Кстати, я о чем вам, для чего это все, друзья, говорю? Для того, ох, как глубоко. Когда вы сюда придете, и если вас тащат именно сюда и говорят, что это самое лучшее, внимательно вспомните, что вы посмотрели. Помните, что здесь очень-очень высокая, сладкая комиссия для любого риэлтора, и они поэтому тащат вас сюда. Не всегда риэлтор, вернее, нужно выбирать нормального риэлтора, который вне зависимости от комиссии подберет именно тот объект, который действительно нужен вам. Ну и, конечно, лучше по мне обращать на наших внимание на наших застройщиков, которые строят, сдают, строят хорошо, интересные и современные проекты. Что будет здесь, еще непонятно, потому что до сдачи, ого-го, как далеко. Ну а 23-й год обещает быть не таким простым и легким для рынка недвижимости. Ну что, здесь мы только видим с вами земляные работы. Вот выкопали котлован, вот выкопали котлован, и все. А они уже хотят, чтобы здесь мы покупали квартиры. Да, как-то по мне очень странно. И здесь тоже есть паспорт объекта. Если посмотреть внимательно, то все красиво, хорошо. Есть вот то ли места под кондиционеры, то ли под клумбы. И об этом я подробно рассказал в своем видео. Ссылка на которое здесь внизу в описании. Вот он, земельный участок, такой, знаете, неправильной формы. И здесь, обратите внимание, как тоже застройщик впихнул свои дома. Большое количество. Раз, два, три, четыре, шесть подъездов, два подъезда, три подъезда. И на эти все дома вот такой небольшой будет земельный участок, где сделают детскую спортивную площадки. Друзья, очень внимательно и взвешенно подходите к выбору недвижимости и к помощникам, которые будут помогать ее выбирать. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.